уважаемые зрители, я села в кабинку колеса обозрения. Еще раз повторяю, что колесо обозрения стоит 1500 тенге, но для пенсионеров скидка 500 тенге я заплатила. Так что, пенсионеры, дерзайте, приезжайте в Алма-Ату, классно же. Вот я вижу почему-то, я вижу, а камера моя не видит. Видите, вот эта верхняя часть телевизионной вышки алматинской. Итак, мы поднимаемся потихонечку. Поднимаемся. Посмотрите, какая красота. Какие парки, горы. Очень-очень красиво, дорогие мои друзья. Очень красиво. Здесь так дышится прекрасно. Свежий воздух, зелень. Мы поднимаемся. Вот. Кабинка оборудована. Окна защитные такие, солнцезащитные. Вот такие диванчики. Я сижу тоже на диванчике. Вот. Вообще так красиво. Вот она, вышка совсем рядом. Мы продолжаем подниматься. Сегодня облачный день, но тепло. Но я обратила внимание, что алматинцы одеты вот, не на некоторых кофточки, плащи. А я, в общем-то, легко одета, и мне жарко. Наверное, потому что я из более северного города приехала, Семея. Поэтому мне жарко, а коренным алматинцам, ну вот, прохладно, кажется. Нормально мне. Отлично. Такие деревья кажутся небольшими. Дороги далеко внизу. Посмотрите, какие дороги. Горы, на которых лес растет. Вдали тоже домики. Давайте я поменяю положение. Не знаю, можно ли это делать. Посмотрите, город. Вдали такой город. И вот здесь вот. Напишите, нравится ли вам на колесе обозрения подниматься, если вам это удавалось. Не боитесь ли вы? Вот я, например, вообще не боюсь, потому что, ну, что поднимает механизм. Здесь, например, все защищено. Вот посмотрите, и пол твердый, и все-все. Ну, высоты страха у меня нет. Вот, кажется, мы до вершины добрались с вами. Сейчас будем опускаться. Так, я все-таки поменяю. Надеюсь, аккуратненько могу. Потому что я хочу вот показать вам вот эту вышку, дорогие мои друзья. На фоне гор. Великолепное зрелище. Мне так кажется, здесь что-то есть такое, что можно, возможно, слышу какое-то бормотание. Наверное, экскурсовод что-то рассказывает, можно усилить звук. Но я просто не поняла. Потом на вы. Или это снизу доносится. Снизу, наверное, просто диктор сообщает что-то. Вот дорожки, смотрите, какие. Парк, мне сказали, вот этот Коктубе, работает до 11 часов вечером. Я сюда поднялась бесплатно, пока вот заплатила 500 тенге, погуляю, потом спущусь тоже бесплатно. Ну, посмотрю еще, какие аттракционы есть. Вот вышка. Ну, классно. Сегодня такой чудесный теплый майский день. Вот там я вижу, кафешка есть какая-то, что-то там шашлыки, наверное, продают.
Ведь какие столики кажутся маленькими, и люди маленькие. Стекла в кабинке солнцезащитные, поэтому, дорогие друзья, немножко темновато. Но я постараюсь осветлить. Вот мы ниже уже. Опускаемся. Ну, я очень рада тому, что я вышла из гостиницы. У меня, знаете, такой номер. Я вроде бы как бы крышек ставила, когда в поиске на Букинге. Такой вот всегда ставлю номер для некурящих. А тут я или забыла поставить, или какое-то недоразумение. Короче, там все номера в этой гостинице для курящих. И вот такой запах присутствует. Как бы и окна нету, в общем. Мне вообще не очень-то понравилось, потому что душно, окна нет, но кондиционер работает. И я решила выйти на улицу и погулять. И ни о чем не жалею, дорогие мои, уважаемые зрители. Посмотрите, какая красота. В общем, вот такой механизм вращает. Видите, как все серьезно. Так что бояться не стоит. Все, стальные конструкции. Все круто так. Сейчас вот мы уже ниже. Откроется дверь. И я выйду. Ой, еще нет. Выпрыгивать можно, да? Или нет? Можно выходить уже? Это я. Все классно. Так, выходите. Так, дорогие мои зрители, мы с вами вышли. Что же там есть? Монте-Ведре. Так, а что это такое? Так, не упасть бы здесь. Монте-Ведре. Кафе. Так, куда мы пойдем? Давайте посмотрим, что за кинотеатр этот. Вот, где экран работает. Что это такое? Реклама или что это? Вот такой экран большой. Мне кажется, здесь концерты какие-то проходят, скорее всего. Вот такая сцена. Усилители там. Подсветка или усилители звуковые. Ну, это я предполагаю. Может быть, фильмы показывают. Вот такой еще, смотрите, фонтанчик. Уважаемые гости парка, убедительная просьба не вставать ногами, не ставить детей в воду и на бортик фонтана, не доставать монеты. Кстати, монет сколько? Не мыть руки и посторонние предметы в фонтане, и не бросать мусор. Вот посмотрите, это яблоко. Такие вот разные монеты. Много монет. А вот еще железная дорога. Детская железная дорога. Так, кафе. Субтитры сделал DimaTorzok.
Это выставка, наверное. Это выставка, да? Выставка или продажа это? Посмотрите, какие национальные костюмы с мехами. Шапки, кафтаны. И шапки. Видите, девушка, нельзя, вы здесь снимать.